Готова? Солнце чудесно падает, да, на волосы, на лицо. И ты похожа на... Мягкое. Как называются феечки, которые в лесу живут? Феечка? Феечки, которые в лесу живут, сказочные существа. Нимфы? Нимфы, да. Лесная нимфа. Пусть будет так. И вся зелененьком. По-другому невозможно ощущать. Здесь действительно сразу какой-то выступает... такое состояние, как будто ты находишься, ты сам ощущаешь себя сказочным героем, и как будто бы ты находишься, ну, просто в живых декорациях, созданных природой, декорациях для какого-то сказочного фильма. Вот здесь спокойно можно было бы снимать «Властелин колец», «Хоббит» и многие другие. Там уже очень темно, Танюш. Ну, хорошо, все. Угу. Все.